Привет, гадатик. Как мои дела? Все нормально. У тебя как? Куда полетел, сучонок? Успехи, ну как тебе сказать, задротим. Ну, более-менее, да. Ничего сложного нет, это же, в принципе, ММО. Почему ты меня не сравниваешь, сука? Ничего сложного не это самое. Я тут пока не встретил. Так, что мне надо еще надо сделать? Я не нашел вкладку герои. Написано. Нажмите панель. Навигации в нижний раздел. Герои. Я не нашел, где герои. Все уже перетыкал. Мне никак не пройти. Тут крестик долбанный. Я не могу понять, где эта вкладка. Нет, вот видишь, тоже пишет. Ребята, сообщите об ошибке. На сайте написано, что должна быть кнопка в правом углу. Но тут ее нет. Я как понял, не я один такой. Даже он персонаж, я увидел. Да открывал я уже и персонажа. Ничего не пройти. В том-то и дело. Здорово, грибки. Почему я от него лежал? Он меня бил!
проверить все арены. Ну тут как бы я как понял, арена для заработка экспы. Короче, по квестам я отстал, не стал делать все квесты, а делать только сюжетную. В итоге просел по левелу. В итоге мне не дают дальше. Нужно будет проходить вот эту батву всякую. Так, это что? Шарики. Это у нас шарики, это изи. Победа. Это какой-то изи был. Какой-то изи или изи. Так, тут что? А, тут нужно найти себе акому. Вот, она неожиданно. А, сразу первая. Довольно-таки простенькие данжи. Зачем он мне смотрит на это? Ты чё? Ой, это дура. Эта дура меня убивает всегда. Я не знаю, что мне делать, но она очень сильная. Собачку превратила. Я вроде как подрос уже даже. Опять вудку в какую-то, блин. Что за трэш? Надо, что я ее убил. А потому что она нихера не наносит, ее нужно прокачивать. У меня вот эти даже комбы... И то больше надо дамага. Да.
это все пользуюсь. Минутик. Так, тут что у нас? Ой, блин, от этих нужно, по-моему, уворачиваться, как я помню. И просто время. 50 секунд побег. А я их бил всегда, короче. Тоже на изи какой-то. Все больше и больше становится. Этот тоже скоробей писец. Мощный. У него вообще контроль не действует. Пробуешь. Там просто хп прибавляется, и все. Хрень. Если я буду... Я раз кинул статы по ДТ. Иди отсюда! Да ты запарил меня. Сука, их теперь двое. Зигмен, доброе утро. О, ё-моё, тут опять лось. Куда он сносит их? Просто, вообще просто. Я не знаю, это уже, наверное, нужно в какой броне сюда приходить. Ты разобрался в игре? Ну да, ничего сложного. Ничего сложного. Мать вашу. Вы издеваетесь. Еще shift не срабатывает. Иногда. Должен же сработать, ты. Да конечно. Да у него удар на пол хп. Клонишься. Просто сильнее и сильнее становится. Так, сам. Расправлюсь с тобой до 20. Не, видишь, удары-то ему ни хера не приносит. Контроль на них не действует.
японский шарики. Ой, мама. Ой, японки. Ой, мама. Идите нахер. Еще так много шаров-то, блин. Слишком они сильные какие-то для моего, наверное, этого самого оснастки. Черт, положил, короче, в чай с сахаром. Чувствую, это вкус-то поганенький. Короче, испортил чай. Я в нужном месте. Половина, короче, НПС не появляется. Приходится релогаться. Тоже торчат. Если я сейчас релогнусь, ПС появится. Должен, по крайней мере, появиться. Хрень, короче. Оказываемся. Раздел героями.
Где этот раздел? Доступные. Хочешь купить амулет? Он всю жизнь мечтал. Амулет на удачу. Шоу вон отсюда, с экраном. Встал, я только приблизил, уже какое-то чмо. Синий, это самое. И подземные горячие источники. Опа. Обычно сложный. Окей, если ты не хочешь, так, давайте еще раз попробуем по квесту. Половина херни не работает. Это автопоиск, ну, обычный. Ну, допустим. Отчаянная группа, ну. Так орать в чат просто, блин, ищу группу, это херня. Сейчас собирание групп — это проблема тут. Походу большая.
Мы вчера с Фокой играли, с Саней. Они сегодня, наверное, высыпаются. Вот они спят. И скорее мы вчера часов до 3 ночи сидели, пока Фока вообще не вырубился нахрен. Аня спать пошла. Я один еще чуть-чуть побегал. И все. Мы вчера зачистили несколько раз этот данж. Давай, принимай меня. Принимай меня полностью. Третий воин сложную. Мне уж там порвет эта мака, как Кузик горел. Так, короче, понятно с этим. Я хер пройду. Пока ребята не придут. Да, выполнять что-нибудь, что еще остается. Может, ничего не остается. Левел как-то апать надо.
При виде старости вы истребить мелкую живность и получить особый охотничий кулак. Получить... ...по просто помните, что видите целую популяции мелкой живности. Давайте вы получите награду. Мелкой живности. Вот это что мелкая живность? Было, я не вижу мелкой живности. Какую мелкую живность и избавляться от тебя? Староста хоть бы написал бы мне. Доброе утро, Фок. Бодрящее. Мне не хватает экспы. Просто тупо не хватает экспы. 33-й какой еще уровень? Блин, какую живность ему надо убить, чтобы получить купон? Их уже он сколько уничтожил. Дай мне купон. Медитируем. А ты что, опять работаешь, Вока? Тысяч 8600 разница. Давай, работа. Сразу играть? Во что? Я не понимаю, что ты от меня, мужик, хочешь? Скажи мне, какую живность тебе надо убивать, блин? Опа, я вылетел. Отлично. Уважаемый игрок, в связи с одной ошибкой ваш клинок был закрыт, бля.
Если это повторится, рекомендуем вам воспользоваться функцией проверки и исправления файлов игры. Угу. У меня пошли вылеты нахрен. Мне игра понравилась? Не знаю, не знаю. Пока бегаем. Пока. Потому что Bless я все равно буду смотреть. Может, она лучше. Потому что... Ну, не знаю. Не удалось войти на серый. Опять вылечили? Нет. Вспомни, когда в данж ходили. О чем мы в данж ходили? Уходили. Добрый китаец, скажи мне, дружище, помоги старости Понгу истребить мелкую живность, получить особый охотничий купон. Потом сможешь обменять на ценные вещи. Ну я понял, какую живность, ты мне скажи. Я его уже вон истребил. Это чё? Игрушка. Скользкая мыльца. Озерятор. Озверятор. Озверятор. Гусь-спринтер. Ссылка. Нип трансформатор. Нихера себе. Предмет. Шок сюрприза. Охренеть. Ты должен убивать мобов. Я не херею их убивавши там. Мобов. Ну, вот здесь только мухи вот эти. Надо бы исцеление. Тут уже пачками валю. Валю. Чё? Чё мне ещё остаётся? Короче, экспы не хватает, фока. Совсем не хватает. Я застрял. То, что начал бегать уже по карте чисто по восклицательным знаком. Тут данж надо, где вчера опыта норма давали. Что-то там про демонов. Так, блин, ты понимаешь, здесь такая херня с подбором группы, бля. 30 человек ищет группу, блядь. 140 человек ищет, блядь, это ищет в чате. В итоге нихера никто не может попасть в группу. Короче, ну вы один.
Приходит один человек в группу, когда ты собираешь, посидит 5 минут, уходит. Типа пойду другую на эту. И вот так нон-стоп. Медитируем. Медитация. Вот эта хрень с пек-пек меня начинает раздражать. Всякую хрень пишет. Главные хиланы. Да я не знаю, по-моему, без хила вчера нормально было. То есть я даже такое, когда я проходил без хилов. Я видел, как ребята вчера на стриме сложную проходили. Вот они там вайпались от этой же обезьяны. И мне что-то захотелось стрелка завести себе. Потому что он там с дальними атаками так рубит. Такие циферки вылетали на его 34-м левеле. Чтоб мне и рядом, я и рядом не стоял. Я не знаю, сколько их нужно бить, но я уже запарился их бить. Ну, танк он и в Африке танк, в конце-то концов. А мне-то главное это маг. Убийства, кровь, кишки, наматывай на мечи. Не, блин, готовь. Ну, по-моему, кажется, что мы какую-то херню творим. Сколько можно убивать? Я просто не представляю. Не может такого быть. Квест там какой-то мне вот синенький. Какую-то херню дадут. Вот, типа, вот. Видишь, запускает робопса какого-то. Срок действия 7 дней. Ну, он как бы... Ну, вот, что тут надо сделать, я ума не приложу. Я уже бью-бью этих букашек, таракашек. Какую-то робопёс. Хочу робопёс. Вот достижение, он укатился. Чё? Нажми на получить почетный. Получить почетный статус. Ну,
нажал. И чё? Ничего, ничего нет. Описание миссии. Ну, получить. Ничего тут нету. Ну, в сумке что у меня есть? Тут у меня золото. Книжечка какая-то. Телепорты. Сундуки. Тут у меня тоже нихера нету. Помогите старосту Понге истребить мелкую живность и получить особый охотничий купон, который сможет менять на ценные вещи. Вас помочь ему истребить целые популяции мелкой живности. Выполнить просьбу старости получить награду. Какую награду? Как ее получить? Видишь, я ее уже пинаю, этих живностей. А он ничего не хочет давать. Понг! А Понг! Какую живность тебе бить, блин? Окей, давайте дальше побьем. Попробуем справа, может быть. Что у нас тут есть? Опа. Любое задание, проходим 49 уровень. Охренели. В конец. Прекращай и иди ищи другой квест. Дается мне тут половина таких квестов. Охота. Снадобье исцеления. Мишки Гами. Шмяк. Кстати, он, если с большой высоты падает, он разбивается. Так, ну давай попробуем, может тогда, может, я не знаю, отменить квест. Взять заново.
Бабах! Пикирующий Кобзон. Меня смущает, что люди подходят, что-то здесь ударят одного-двух животных, подходят и все, они что-то у них сдаются. Может, что-то купить надо, а? Дорогая друзья, игровое задание. Это прикольная, наверное, штука. Гусь спринтер, бля. Боже мой, что это такое в открытом мире? Короче, я не знаю, что с ним делать. Можно продать только обычному торговцу. Ты что, необычный торговец? Надо это разобрать, а то у меня уже хлама накопилось. Хотя не, он тоже вроде бегает. О, а может у меня тогда... Вот смотри, убил, подошел что-то. Он так быстро его убил, что ли? Слышь, парень, поделись секретом. Разбойник. У меня новый титул. Разбойник года поплавок. Охренеть. Кто такое? Кто, что они курили, блядь? Мастер Оседан. Побежали. Нихера себе. Кто-то меня ударил, что ли? Ну и когда ты из боя выйдешь? Бой закончен, понял. Эй, парниша, а у меня крылья быстрее. Ха-ха. Ха-ха. Правда, не намного, но быстрее, походу. Так. Принять. Ух. Я хочу опять на арену. Я тут уже был. Дорогое.
бум-бум, якорем ему. Ага. Это защита. И по броню. Понял тебя, мастер. Поехали дальше. Давай. Я понял тебя. Убежи там. Нахуй я сильный. Опять крашнулась игра. Да мать твою в жопу, мы. Бесят, просто бесят. Суки. Слов нет, одни, блин, буквы. Давай проверим клиент на ошибки. Лучше в прогон иди. А там что лучше? Короче, начал проверять у меня клиент. Там игры не крашутся. Да. Я смотрю, боль. Да, Саш. Боль еще та. У меня крашнулся клиент. Проверяет файлы игры. 6 минут 50 секунд. Не 8 минут. 9 минут. Охренеть. Да, я слышал, что оно уже раза два, три за полчаса упало. Да, вот такая фигня. Мыло. Ну, у нее все через жопу. Так, надо музик. Музик.
Саша, ты что, работаешь все? Времени на игры у тебя нету? Играм отдельное время. Какое? Так, 50% проверил. Может, какую-нибудь ошибку найдет у меня клиент. Или докачает что-то. Потому что так невозможно. Крашит клиент постоянно. Надо попробовать после 4-5 вечера обычно. Ничего тут не попробуешь? Чего такое? Ты насчет чего? Видел я уже такие игры, Мэлла, пока не попадают, будут вылетать. Тут или серваки не вытягивают, как всегда, проэкономили на слотах, либо именно поставили криво. Возможно, или возможно то, что я пытаюсь запустить это все в хорошей графике, ставя все настройки. Сейчас попробую как бы стандартные запилить. Конечно. Ну, вроде что-то докачал даже. Смотрим. То, что опять скинул мы все настройки, это писец, короче. Меня достал.
О, мне дадут наконец-то веху. Понял, понял. Мне дадут наконец-то веху. Да, мне дали веху, по-моему. Веха. А, попробуйте открыть веху императора, понял. Понял, понял. И туда. Вехи. Получить веху. Ура! Сила атаки и сила заклинаний плюс 4%, очки характеристик плюс 48%. Стал, мать его, сильнее. В игре музыку выключить? У нас так интерфейсы мелкие. Выключил. Народу, конечно, здесь вообще как грязи. Народ изголодался по каким-то ММО. Так, староста Лилу. Полетели. Я, почему у меня... Я не понял. На трансляции все в окне, а тут нет. Что за хрень творится? Окно без рамки. А, понял. Разрешение не то поставил. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Купите всякой херни. Что тут? Ну, полетели опять. Уау. Херня. Ну вот у нее черные крылья, а я летаю на белых. Надо перейти в другую локацию. Трудница аукциона. Это какие толпы народу все-таки делают.
сюда, чтобы входы в шоурумы. Центр аукциона, блин. Ну ты кружка, блин. От НПС к НПСу бегаем. Я так как понял, что это все еще обучалка идет, потому что аукцион изучаем все потихоньку. Какая, блин, затянутая обучалка, что ли. Хотел, забыл, их дверь позвонили, и все, мысли сделаем. Ну, значит, не особо важное, наверное. Разбудить мистера Оседана. А, тут ходишь, короче, все купаются, и вдруг такой зеленый орк влетает в мои. А все тут беленькие такие. Ну чё, кому тут морду наломать? Сидят, купаются. Так, что-то как-то... Кого-то я должен был разбудить. Вот этого, что ли? Наверное. Мистера Оседана, когда он проснется. Только персонаж, достигший 35 уровня. Е-мое. Вот где мне апаться сейчас? На бутылочку. Что мне тут надо нажать? Нормально так. А, это я просто тут нафигачу, и мне опыт идет. Нормально. Еще и мастерство какое-то. Смотри, опыт по 2000. Капает. Ага, то есть нужно еще и жратву хавать. Какой брутальный зеленый мушинка. Не то, что всякие вот, тощие задроты какие-то. Рядом стоящие.
Да неплохо, такой опыт идет. Мастерство плюс 3 какого-то. Когда 15 минут стоим тут. У меня еще очки прибавились. Разбойник года. Нормальный титул. Короче, это авклокация, как я понял. Покупаешь эту самую жратву всякую тут. Так узким игроком предлагается напитками, ПСМ получает дополнительный опыт. Каждая ситуация относится к одному из трех уровней изысканности. К сожалению, можно знакомиться с маленькой семейкой. Она с удовольствием меняет любой из своих товаров на определенное количество рыбы. А, понял, теперь для чего нужно сидеть там рыбалку, рыбачить. Копа-чопа, как вам китайщина? Ну, как тебе сказать? Китайщина. Одним словом. На 100 единиц каждый этих параметров автоматически становится на 100 единиц в сутки. Ага. Понятненько. А вот ассортимент, вот, например, шашлычки. Шашлычки нужна вареная рыба. Вареная рыба. Вареная рыба. Вареная рыба. Вареная рыба. Рыбацкий клад. Вареная рыба. Короче, понятно. Надо идти рыбачить. Потом стоять тут. Так, эти ножики надо разобрать вообще. Интересно, если вот эту удвоение опыта сожрать. Но будет тут стакаться. Вот оно что, Михалыч! Вот оно что у меня там оказалось в сумочке. Сразу и левел апнул. Ух ты, сколько их тут много-то! Я тут сейчас проапаюсь. Достаточно невозможен. А, понял. Китайщина, она как бы и в Африке китайщина. Так, атака. Окей. Если я так понял, тут еще и веки менять можно. Нет, просто повышать. Так, а мне все равно апаться нужно. Где мне 35-й левел взять? Только стоя здесь. Стоять тут по 2000 и получать опыта, это, конечно, такое наслаждение.
блин, если вот это еще придется всем все прокачивать, чтобы у него покупать, это же вообще отдуреешь репутацию эту. Ну смотри. В каждой локации своя репутация. Охренеешь просто. Да, она не поставила туда, а так, а квест? Так у меня нету квестов. Ты понимаешь, вот у меня квест с 35 уровня. Где мне 35 взять? Мне приходится тупо стоять. Нет, Саш, там не так просто все. Там нужно жрать жратву. То бишь, видишь, когда жратву ешь, тогда тебе только капает опыт. Она дается на 15 минут. То бишь, хер ты тут оставишь на ночь стоять его. Или нужно на кликер какой-то ставить, чтобы он жрал по КД еду. Странно, может кто-то пропустил китайскую вселенную? Так забиндить бота? Ну вот я про что и говорю. Только так. Вкладку героя я не нашел. Ее просто нету. Ее не существует. Выход, выбор канала еще какого-то. Популярность. Как бы идет так постепенно опыт, конечно. И он уже даже три очка мастерства зафигачил себе. Это тоже не варик, конечно. Гусные крылья. А, то бишь я достиг максимума. Получить 49 уровень. Выполните задание. Третий вехи развития, чтобы получить ресурсы для улучшения крыльев. Понятно, понятно. Так, что у нас тут еще есть? О, у нас тут еще что-то есть. Здоров. Улучшение предметов, перенос улучшения, изменение характеристик. Или нет. Угу. Угу. Вот это понял. Перековка оружия, перековка доспехов, перековка украшений. Голый капсул. Да, теперь ты видел все. Теперь ты видел все. Ёшкин кот, сколько здесь всего нужно, чтобы перековать во что-то. Да писец, сколько здесь всяких. Медь нужна. Да. Чем тебе не нравится? А? Ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ну, смотри, все какие-то тощие, бледненькие. И тут такой зеленый мужчинка. Ой, все сидят какие-то бледненькие какие-то, а тут одно зеленое чудо. Кому по лицу ударить?
Меня не возбуждает. А, тебя вот эти тощие возбуждают. Ну-ка, иди сюда. Давай его нагнем. Мужик, обернись. Обернись, девочка. Обернись, бля. Сейчас мы тебя будем. Ну, заходи, пошли в данж. Та-дам такой. Слышал, какая-нибудь перс обзывала. Это мечта педофила, что ли? Про это? Вот про эту мелкую. О, что-то мне там дали или сказали, что, извините, больше нельзя. Вот это, что ли? С коровой на голове. Пупляшей. Тут можно было сделать что-то такого. Я просто так что-то быстренько набросал, и получился такой прикольный Кобзон. Орка Кобзон. Орка Кобзонович. У него кол в спину надо полежать, потом полежать. Ой. Потом полежать. Ну давай, давай. Так, короче, надо валить отсюда. Я так думаю. Сегодня хотел купить. Иди ты нахер. Бежали он говорушкий про. Ну это пойду минут через 15 делать. Окей. Я не могу понять, где ПВП. Я хочу ПВП. Хочу выйти из локации, чтобы меня там гангнули. Или я, чтобы гангнул. ПВП. Ко. Ну чё, товарищ, ты всю ночь задротил? Товарищ психопат, рассказывай. Мы спать ушли, а он всё задротил. Он хотел догнать. Гробница. Вот я вдруг вообще пришел. Здесь я еще не был. Я полночь. Фу, слабак, надо было до утра сидеть. Вы это видели? Шеф-повар там такой был. Здоров, грибочек. Всю ночь. Почему, Фок, ты спать ушел? Мы разошлись с Аней. О, смотри, какой укурный грибок был. А что такой? Ой, сэ, грибки. Какая няшность. Все, полено какое-то. Живое полено с топором. Я шеф сидел, я?
Новое достижение. От того, что я не грибочек. Нормально. И чё? Я же вроде только что смотрел этот мультик. А, это уже другой мультик? Да нет, это тот же мультик. Не, ну смотри, грибочки такие, вообще все нормально. Сейчас полено будет с топором, да. Ай, опа. Живое полено с топором в башке. Сука. Да, я понял, спасибо. Спасибо этому дому, побежал к другому. Что тут есть у нас еще? Ох, нихера себе. Нихера себе. Да что это у меня скорость такая? А, еще можно скорость набирать на крыльях. Нихера себе, я не знал. Я не знал. Энергия закончилась. Что у нас в магазинах есть? Контрабанда. Магазин. Слишком, слишком, чё слишком? Вот, смотри, какой наркоманский гриб. Ну-ка, дай-ка на тебя позырить. Чё ты куришь, а? Вот такой приснится нахрен. Пугай меня так, гадотик. Должно же все быть нормально. Че? Что за звуки? Тут я как понял, нужно репутацию какую-то будет. Ну да. Зарабатывать у этих грибков, чтобы что-то купить. Понятно. Свободны. И на крыльях ускорялка. Мяу. Мяу. Куда я полетел? Может кто сказать мне? Все, фока. Вырастешь. Рушка Фро. Да тебе уже проходил. Ты мне дала уже способность. Иди нахер, говорушка. Ах, милые грибочки, милее, чем цветочки. Ну, понятно. Айзель, законный горд какой-то. Бухта. А, это опять летающие эти самые. Здоров. Чё ты мне дашь? Говорю, что-то курят. Как апнуть левелось, каковы нет? По данжам, как я понял. Я вот тоже такой же фигней страдаю.
по данжам, по испытаниям, в источнике посидеть. Но чтобы в источнике сидеть, надо рыбку наловить. Помнишь, Фока, я тебе говорил про рыбу? Мне бы пару ласт. Новое достижение, охренеть. Говорушка Фро, я у тебя уже был. Староста на охоте. Нет, давайте по зеленому. Крошка мухоморна. Что вы курите? Фермер Ван Крестыни. Рыбу обмениваешь на фишку, чтобы жрать в источнике, чтобы тебе опыт давался. Но эту рыбу еще надо сварить. Где ее варить, тоже вопрос. Принести фрукты. Мужик, ты чё? Мужик, ты чё? Ты чё, мужик? Мужик, отвали от меня. Отвали. Ну, мужик, ну чё ты какой-то злой-то? Мне его даже не ударить, мать его. Мужик, что ты делаешь? Вот сучонок какой, чуть не убил. Ловят в источниках вареную рыбу? Нет, не курят там вареную рыбу. Я больше на это. Так, что я хотел. Булзу путешественник. Мы пошли за булзу путешественником. Ну нет этого, блядь, булзы путешественника. Хоть ты убейся, блядь. Я сюда уже пролетал. Прилетели к Фаню, мастеру ремесел, короче. Может, ничего не остается. Тут еще. Вот он, золотой гойл тут какой-то. Короче, фиг поймешь, тут еще найти нужно. Задание. Мало зелья забвения. Продолжить принять.
сейчас делать? Жуткое создание затерянного города, понятно? Слиток там какой-то. О, ну, у меня золотой слиток. Ловили за пинья. Где взять золотой слиток? Или за золотым слитком? Или, ага, увесистый слиток. Какой нахуй золотой. Увесистый слиток. Увесистый слиток. Ага. Вы купили увесистый слиток. И полетели к Фань. Так, я понял, да. И полетели к Фань. Прилетели к Фань. Нет, это не то. Фань. Задание выполнено. Завершить. Так, продолжить. Фигня. Массивный скин. Сука. Ты охренел, сразу не мог сразу дать. Гоняет меня. Сначала массивный слиток ему давать. Еще один. Увесистый, массивный. Увесистый. Массивный. Нихера себе он стоит. Ни хера себе он стоит, он сказал я себе. Ладно, черт с тобой, золотая рыбка. Мы. Фань. Никак не могу апнуть 30 кв закончить. Ха-ха. Я говорю, тут проблема, походу, с экспой. Еще та. Новое достижение. Пятый круг. Отлично. Отлично. Мы получили новое достижение. Так, это что? Магазин заслуг. Иди твое налево. Ё-моё, тут предметы какие-то уже 59-го левела. Кровь вервульфа какая-то. Минерал для создания оружия. Призрак концо. Минерал. А, вот они, вот они, вот они. Говорится... намотаны. Понятно. Так, а вот это что за забвение? Это зелье позволяет забыть одну главу книги ремесла. Понятно. Это зелье позволяет одну страницу книги ремесла. А, то бишь одну главу и одну. Нормально. Надо только не продать это случайно. Или не выпить. Так, чего я к тебе-то пришел, мужик? А, у тебя задание какое-то. Задание. Можно выбрать что? Ресурс. Ресурс. Награда наставничества. Дополнительная награда. Задание. И сундучок какой-то. Вот
принять. Принять и чё? И чё? Пройти инстас с начинающими героями. Проведите одного или нескольких низкоуровневых игроков по любому инстансу. Да вы издеваетесь, блин. Фока, ты какой левел? Ты низкоуровневый? Пойдем, я тебя проведу по инстансу. Что за жесть, а? Что за квест? Я еще сам нубас. Они мне посылают кого-то. Я это уже видел, я уже туда. Почему вот она не исчезает только? Ловушка Фроя тоже уже как бы это самое. Так, короче, надо по карте смотреть. Это все выключить. А, доступные задания, активные задания. Смотреть, короче, так. Ретрудей. Мастер гильдии, понял. Бэби-путешественница. Ее нету просто, эту Бэби-путешественницу. Или она появляется в определенное время. Что у нас тут еще по заданиям? О, я вижу какой-то эпический. Полетели. Хвала китайцам, которые хотя бы сделали автопуть. Какая водичка, а? С отражением. Прям CryEngine 4, бля. Так, и за это я получу медь. Братан, ты чё куришь? Дай мне задание. Прозихр. Как у меня достали. Вот тут тоже задание где-то. Где задание? А? Я спрашиваю, где задание? Мяу. Лучше поверху летать. Безопаснее. Здорово, пацаны. Пошли мобов мочить.
Тут где-то тоже задание должно быть. О,